Пожар на шахте имени Святой Матроны Московской произошел в субботу в середине второй смены. Никто не пострадал. Все горняки самостоятельно вышли на поверхность. Произошло возгорание в породном скате участка 41-585 пласт ТОСТа М3. Значит, горным диспетчером примерно в 18:00 были вызваны отделения ВСЧ, значит, которые приступили к ликвидации аварии. Люди самостоятельно, 96 человек, самостоятельно вышли на гора. Сейчас работы по добыче угля на участке, где произошла авария, приостановлены, а сотрудники отправлены в двухдневный отпуск, сообщил директор предприятия. Горняки с других участков, которые пришли на смену, говорят о пожаре неохотно. Мы были далеко очень. Вы в субботу случайно не работали, когда было возгорание? Может, на другом участке? Выходной. В субботу в основном все выходные. В понедельник днем огонь ликвидировать еще не удалось. Тушение пожара продолжается. На предприятии организован штаб, работают бригады горноспасателей. В данный момент работают отделения, 4 отделения первого отряда. Значит, происходит ликвидация аварии. Идет снижение к тому, что на данный момент даются лабораторные анализы, которые идет тенденция к снижению ЦО. Причины пожара выясняются. Прогнозировать, когда огонь ликвидируют, никто не берется. Дарья Захарова, Евгений Сысоев, Панорама.